Всем привет! Вот вам новый влог. Такого еще никогда не было, наверное. Вот. Мы с Сашей идем на ватрушках. Ох. Че? Короче, здесь очень будет много юмора прикольного. Поэтому ждите. Мы идем. Вон на те холмы. Там вроде раскатано. Там раскатано, я тебе сейчас рассказала. Вот. Сбоку у нас примерно где-то 2-3 шага от нас здесь эти, как они называются, лед. Ну, это та собака с какой-то встретилась. Вот, в общем, на меня сейчас кидалась собака. Я думала, она меня сожрет, но ничего. О, кто-то по льду ходил. Смотри, кабан какой-то. Ты там вообще живая? Там кто-то жопу присел. А, это от ватрушки. Жопы присел. Ну вот, ребятки, мы уже почти дошли. Вот. Здесь будет очень прикольно. Надеюсь, когда я буду кататься, что-нибудь вам засниму, потому что если я упаду, потеряю телефон. Такое тоже может быть. То это полный трэш. Потом мы еще пойдем гулять после этих ватрушек. Вообще. Вот, я не знаю, видно тут ли что-то, нет. Ну okay. Вот эти вот холмы. Может, вообще куртки снимем? Да я тоже так думаю, только надо наверх сначала залезть. Пошли на заход. Не, пошли тут. Ну, мы тут сейчас не проберемся, ты соображаешь? Ты давно уже, наверное, не катались. Там уже аж никаких следов нету. Фух, вот они, эти горы. Не знаю, там что видно, не видно. Вот. Но снимаю для вас. Хотела вообще отдохнуть от Ютуба, но поняла, что вам нужен нормальный, прикольный контент, которого еще даже не было. Мы поднялись. Смотрите, какая красота. Вообще, я не знаю. Ох, ну, я сейчас пока что стою на экстремальной горке, вот, на ужасно экстремальной. Мы сейчас будем снимать куртки, вот, я думаю, что будет вторая часть, потому что хочу перевернуть камеру. Так будет более видно и мне удобно, поэтому будет вторая часть.